Сэмпл. Вы не зря решили уделить этот вечер нам, потому что сегодня мы узнаем, кто и с кем сыграет в групповой стадии Кубка СВЛ по футболу на паркете. Новый год, новые силы и студенческая футбольная лига подарит вам еще больше запоминающихся турниров и интересных моментов. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу на эту сцену пригласить председателя лиги Дениса Чка. Ну, первый ряд, как обычно, было громче всех хлопает. Приветствую всех. Добрый вечер тех, кто смотрит там трансляцию. Итак, те, кто смотрит трансляцию, те сегодня пришли сюда, в городской студенческий центр. Там потише можно чуть-чуть этот микрофон еще сделать. Вот, вот, нормально, отлично. Спасибо большое. Ну, как обычно, небольшие технические неполадки. Мы все-таки же не звукачи и не видеооператоры, которые все это делают, поэтому извиняемся. Но начнем сегодняшний вечер. Ну и я немножко расскажу и про кубок. У нас есть небольшие изменения. Наша добрая душа не смогла отказать четырем командам, которые заявили сверх 64, поэтому будет 18 групп. Так что... Поэтому немножко схема выходов из первого-второго места будет сложнее. То есть команды, которые, это сразу перейдем просто к делу, команды, которые немножко попадают на вторых местах, они будут еще играть предварительный раунд перед 1/16 финала. Чемпионат мира тоже самое будет. Сложнее будет, да, понятно, но будем чисто по... корзинам делить уже и выше корзины, первую корзину делать уже потом перед 1/16 финала, да, сразу бурное оживление, чтобы это все понимали. Ну а так, кубок у нас проходит уже четвертый раз. С 2013 года проводится кубок по мини-футболу. Он пройдет четвертый раз. В первом году у нас выиграла команда USB. Второй сезон также обладателями кубка по мини-футболу была команда USB. Ну а в прошлом году выиграла сборная СБ Бугасу. Ну и в этом году надеемся, что узнаем нового обладателя. Может, это будет банда Коса. Он там собирает всех лучших. Ну а может быть, будет банда чего-то другого. Кого-то там. Вот, как у нас бывало там в репортажах называли журналисты. Ну что, Ксюш, еще у нас... парочку действий до начала самой жеребьевки. Да, прежде чем мы начнем с самым интересным, давайте все-таки вспомним, что же такое кубок СВЛ по мини-футболу на паркете. И мы для вас приготовили специальный ролик. Давайте все вместе вспомним, сколько... Опять свет выключился, да, все закончилось. Лёха. Take it anymore. Shut my door.
предыдущие кубки, которые, начиная с 2013 года, проводятся у нас традиционно с февраля и заканчиваются уже в марте месяце. Это было очень круто. Ксюша еще не смогла отойти от просмотренного видео. Ну что, давайте уже перейдем к самому интересному. Я искренне приглашаю с большим удовольствием двукратного обладателя кубка на паркете 2013-2014 годов, лучшего вратаря турнира в 2014 году, бронзового призера кубка на паркете 2015 Вячеслав Нечисов и лучшего слава. Давай, мы поменяемся немножко, я туда войду. Слава, сюда вставай ко мне рядышком, чтобы мы лазили. Ну и Миша тоже. Присоединяйся поближе к центру. Мы с Ксюшей будем сбоку стоять, потому что вы будете тянуть и вершить судьбы тех команд, которые кто с кем попадет. Ну, вы будете вытягивать, да, будем смотреть. Давай, Ксюша, ты там вопросы подготовила, я знаю. Там не подготовили. На самом деле, Слав, все знают, что USB должен быть в пакете, это ваш турнир. Расскажи, чем жили ребята после того, как вы ушли из пакета? Ну, чем жили ребята, чем вы занимались? Ну, мы не ушли из пакета, мы играем также на пакете, но в другом турнире сейчас продолжаем играть и тренироваться. Мы готовы к этому турниру. Миша, ну а ты... Как знается, был в команде, которая первый год также завоевала, но там, к сожалению, не играл, а в прошлом году также принимал участие в кубке, но, к сожалению, вы тогда не заняли место. Скажи вот тоже, чем для тебя важен кубок, который проходит именно в феврале? Но ты еще не выиграл медали, как вот Слава. Ну, конечно, на паркете еще пока не получилось ни разу взять медали, поэтому... Просто хотелось показать хорошую игру, может попасть в тройку даже, или хотя бы, чтобы треповник попал, так как я до них не выступаю сейчас. Ну, какие сборы интересны. Ну, я думаю, что треповник тоже сможет побороться, они все-таки усилили состав. Я думаю, что там сейчас узнаем, кто с кем еще попадет в группы. А вдруг адмирал выберет Бабу Косогорова из группы сразу, да, они так... Сидят, как всегда. В прошлый раз тоже хотели попасть в одну группу. Ну что, приступим, Ксюш, да, к жеребьевке? Давайте, смотрите. Вот у нас первая картина, вторая, третья и четвертая. Мы вытаскиваем сначала с первой, потом со второй, третьей и четвертой. Итак, заполняем наши группы. Сначала группу А, Б, ну и дальше так по этому. Давай, Слава. Тяни с первой, да. Миша будет со второй. Ты с третьей, Миша с четвертой. Так, чтобы это. Ну и кто у нас? Команда стройпроекта, как команда, которая из премьер-лиги. Да, это первая группа, группа А. Давай, Миша, тащи ты со второй. Ну и потом поменяем. Соперники стройпроекта. Команда ССО. Итак, давай, с третьей. Не может быть. Команда Гарпастум. Это с четвертой, да, Миша? Нет, с первой. Химфарм. Команда Химфарм попадает в первую группу А. И у нас стройпроект Сосуова, Гарпастум и Химфарм. Слав, что скажешь про эту группу? Есть какие-то соображения? Гарпастум лидер. Я тоже думаю, что Гарпастум лидер. Я думаю, они первый раз выйдут. А нет, они в прошлом году на паркете вышли из группы. Костя, извини, пожалуйста, вышли, забыл. А, еще и бронзовые медали на пляжке, да? Это все, как говорят. У тебя есть своя медаль своя? А у меня нет. Так, ну давайте, группа Б. Итак, группа Б. Из первой картины 16 бит. Миша, давай со второй. Команда «Дерзкие утята» попадает в группу Б 16 бит. Thank you.
Команда «Олимп», горный университет, попадает 16 битых дерзким утетом. Из четвертой корзины команда «Шашко-04». Ну, смотрите, у нас группа «Б» сформировалась, и в ней будут принимать участие команда «16 бит», «Дерзкие утята», «Олимп» и «Шашко-04». СПБГ. Миш, скажи, вот из этой группы ты знаешь соперников, кто также с ними играли. Может, что-то скажешь по группе, кто здесь главный фаворит на выход в следующую стадию? Мне кажется, что в любом случае 16 бит почти точно с первого места. Почти точно. Хорошо. Спасибо. Давайте группа у нас С. USB. Давайте USB. Команда Сильвин, горный университет, попадает в группу С. Давай, Миша, со второй корзины. Адмирал Б попадает к Сильвину в одну группу. Военмед ФК. Сильвин, Адмирал и Военмед ФК. И последний соперник. Миша, как правильно? Вейгард. Получается, попадает у нас в группу команда Сильвин, Адмирал, Военмед ФК и Вейгард. Сильная группа. Миш, ну вы там будете играть. Что можешь сказать о своей группе? Ну, мы фавориты. Ну давайте, следующая группа, группа Д. Команда Аргон из первой корзины попадает в группу Д. И из второй корзины их соперник будет команда Камбэк. Камбэк, группа Д. Давай, да, я буду, чтобы потом еще смотреть. Команда ФК Штур и ПЭП, институт проведения предпринимательства из Пушкина. И команда Whitebook попадает в группу Карго, Камбэку и Штурму. Слава, знаешь кого-нибудь из этой группы? Знаю, Карго знаю. Ну и как думаешь, кто фаворит? Я думаю, просто очень ровная группа, мне кажется. Поэтому... Я не знаю, Камбэк и Whitebook. Камбэк — это Макара Стейт. В принципе, Макара Стейт команда, знаешь? Из ГУМРФ такая есть. В первой лиге играем. Ты же в третьей играешь. Ладно, давайте следующую группу, группа Е. Команда Кастилья, группа Е. И к ним в соперники попадает... Команда Адмирал. Нет, я считаю, что у вас качит. Итак... Кастилья, Адмирал и команда Ветеринары. И последний их соперник. СПСУ Пингвинс. Ребята, кстати, тоже выходили 2 года назад. Слава, помнишь, может быть, они обыграли? Они играли с Прилукой вроде бы, да? В 1-16, если не память. Да. Там. Они даже, кстати, ее обыграли. Да. Группа F. Луки Спорт. Нет. Команда Луки Спорт попадает в группу F. И к ним соперники. Команда Дипломаты из ПБГУ. Бастардс. Лесгарта. И последний соперник. Команда «Дружба» СПБУУЭ. Ну смотрите, вот давайте у нас группа F запомнилась. Миш, скажи, что ты по этой группе думаешь? Потому что здесь и «Луки Спорт», и «Дипломаты», и «Бастарс», ребята тоже первое место занимают в третьей лиге в своей группе и вышли во вторую. Ну, если честно, я кроме «Луки Спорт» и «Дипломатов» не знаю, что они две команды. Ну, раз «Бастарс» на первом месте где-то идет, значит, наверное, поборется тоже. Ну, я тоже думаю. Давайте помешаем немного, а то у нас как-то такие сильные группы получаются, а потом будет, наверное,
тоже сильные. Давай, слова. Из первой корзины СПБГ ПМО. Группа G. И второе. Команда группы G. Команда Айпетри РГГМУ. Команда Ромашка и ТМО. Роман Ахмедов. В прошлом году сделали шороху там, вышли, плей-офф выбили. И команда ВМИ к ним попадает. И таким образом у нас группа СПБГ ПМО, Айпетри, Ромашка и ВМИ. Миша. А Миша, что ты думаешь по этой группе? В прошлом году с Ромашкой не пришлось встретиться? Нет, не пришлось, но мне кажется, это самая ровная группа. Представители премьер-лиги ПМО, Айпетри, где играют, я понял, люди с Альфа. И Ромашка очень сильная команда. Но в этом году не будет своего поля. Так что, может быть, все будет по-другому. Итак, давайте. Следующая группа — группа H. Команда Прилука. Ну и кто их соперники? Я договорюсь с кем-то. Команда Химбле. Прилука и Имбле. И команда Вираж. И команда Альбион попадает в группу H. Таким образом, Прилука, Имблэк, Вираж и Альбион. Слава, ну ты знаешь первые две команды. Что можешь сказать по этой группе? Прилука не выйдет. А почему? Имблэк, Вираж. Думаешь, выйти с ним? Думаешь, такой болезненный уход Романа Шмонина из группы? Ну, из команды, получается. Из группы он тоже, кстати, ушел. В другую, у нас еще крыковник не выйдет. Команда «Союз», группа «Ай». Энергия попадает в группу «Союзу». И группа «Ай», и «БСТУ». Три команды «Союз», «Энергия», «БСТУ» и последний соперник. Крылья Нивы, СПБГ «Дуга». Но на самолете прилетают обычно на игры. По этой группе что можете сказать, ребята? Миша? Давай, два, шутки. Какой шут? На самолете? Мне кажется, еще одна очень главная группа. Как пусть заплатит? Ну, я думаю, что крылья Нивы тоже хорошие, ребята. Просто потом, понимаешь, Миш, на самолете будет летать нормально. Ладно, давайте. Он не сдается. Команда Imperial, группа G. Ой, G. И к ним соперники попадают тигры. Это стахановцы. Название просто решили ребята поменять. И Shadows Хаптера. И Академия связи, новая команда, попадает в группу к Империалу, Тиграм, Шедоу, Скандера и Академия связи. Ксюш, давай, ты там немножко давно не говорила. Скажи, пожалуйста, вот по этой группе, что ты думаешь? Ты уже у нас давно следишь, в принципе? Что можешь сказать? Ты на пляжный футбол ходила, где Академия связи. Думаешь, кто фаворит данной группы? По этой группе я не знаю, но думаю, Империал. Империал? А я не знаю. Ну, может быть, еще Shadows Cantera? Может быть. Итак, группа К. Давай, Слава, открывай. Баффало. У нас группа К попадает. Адмирал не сыграет Баффало, как Женя хотел. И команда Shadows. Команда Ленинград попадает в группу «Баффало», «Шэдоус» и «Ленинград». Группа «К». И команда «Дружба народов Горный университет» отправляется к лесгатовским командам и команде из СПТЖК колледжа. Ну, я не знаю даже, кого спросить. Слава, сам ответь? Хорошо, спрашиваю. Кто здесь фаворит?
Смотри, на прошлом кубке у нас вышли из группы БАФ, а Баффало не играли. Shadows вышли и Ленинград вышли. Shadows, кстати, не вышли, да, из группы? Не вышли? Там по-другому. Хорошо, ладно, они там с составом, как обычно, мутят. Вот. Поэтому Ленинград играл в 1/16 финала, Shadows не играл. Поэтому Ленинград. Да, но Андрей Шпалов не может как бы пока еще полной силы играть. Нормально. Команда Крымовник, группа L. Нет. И команда Университет попадает к Крымовнику. Команда Банка. И с четвертой корзины, Миша, давай своим сокомандникам на прошлых турнирах. МВАА, да, получается? МВА. Команда МВА попадает в группу L. Миш, только твоя команда, в принципе, попала. Что можешь сказать по группе? Ну, Банка и МВА, я вообще не знаю, если честно, что за команды. Но вот команда Университет, я знаю, это сейчас можно из КГУ, которая играет с 11/11, там всех собрали. И еще Гусейна сыграет там, который выступает за нас в сезоне. Поэтому, я думаю, в принципе, борьба может только с Университетом получиться, который помню. Но и все равно. Сравнимся ближе. Итак, вытаскиваем. Следующая группа М. Слава вытаскивает USB. Я поэтому сказал, там нет USB. Итак, USB от группы отправляется у нас команда Lucky Demon. Команда Lucky Demon отправляется в группу M к USB и к ним в соперники команда Старт, Горный Университет. Стасин. И последний их соперник. Команда IronLex. USB, Lucky Demon, Start и IronLex. Это самая ровная группа. Ксюш, ну расскажи про эту группу. Там твои друзья играют. И слава Немчинов. USB? Ну USB давно не играла, вот стрел составом. Ну, я думаю, что Леша Михайлов там, да, проводит тренировки, я знаю, каждую пятницу. И команда Тревка отправляется в группу N. Команда Дружба также будет играть в группе N вместе с Сиди Дома. Тряпка, Дружба и Сиди Дома. И команда Лесники. Слава. Ну давай, кто? Мне очень нравится название. Слава, давай поспорим. На что? На что-нибудь. На что? Слава, ну перед всеми ты не можешь просто ответить за слова, то, что Лесники выходят из группы. Кстати, они могут. Они первые там в тройке находятся во втором. О, что я хочу. Ладно, давай продолжим. Группа О. Команда МЧС попадает в группу О. Команда Штурм, ПГУ, Монтана, Горный Университет. И из четвертой корзины последний соперник МЧС попадает у нас в Мира. Подожди, подожди. Но у нас осталось всего две это. Миш, скажи, пожалуйста, по поводу этой группы, что можешь сказать вообще? Штурм вышел в прошлый раз из группы, дошел до 1/8 финала. Команда Монтана, чемпион Горного Университета. МЧС доказали, что они играют в футбол очень хорошо, поэтому я думаю, в любом случае они выйдут с первого места. А вот за второе, мне кажется, поборется Штурм Монтана. Но я думаю, Штурм больше шансов. Хорошо. Ну и давайте, группа П у нас остается. Банда Никиты Косогорова. Не буду читать. Надо было по-русски. Что? Перевод. По-русски? Это перевод. И команда Инженер. Команда Вертисер.
и команда Dream Team. Итак, команда Ражен Нангала, команда Миртисин, Инжир и Dream Team. Ну, Миша, что можешь по этой тоже группе сказать? Предпоследняя группа осталась. Кто может не выйти? Не выйти? У Косы мало шансов. Мало шансов? Смертисин там уже сколько играли. Смертисин крепко, как и нормальная команда. Хорошо. Итак, последняя группа у нас находится внизу. Группа Q. Команда из Power Kid, к ним Ханин Полярка, команда Spice и команда Шторм. Итак, у нас сформировалась последняя группа Q. Слава, ну и тебе вопрос по последней группе Q. Что можешь сказать по составу? Я понял. Так, ребята, скажите, пожалуйста, кто на ваш взгляд, самая сильная группа, где у нас так называемая группа смерти? Что вы можете по этому поводу сказать? Мне кажется, что одна из самых ровных тяжелых групп — это группа Айн. Союз энергия быстро сразу. Ну а команда еще у нас Сильвина, Мирал Б, БМЕД и твоя команда. Там уже понятно, что говорили. Там без шансов? Ну ладно, хорошо. Слава, что ты думаешь? Мне кажется, самая ровная — это группа Б. Там Винь, Дерзкий, Театр, Али. Это ты скажешь так, группа смерти? Нет. А вот какая ты считаешь по твоей? Ну, всегда есть группа смерти. Вот, по моему мнению, это группа С. Нет, абсолютно. Гарпасный Баха. Аба. А, группа А гарпасный. Самая легкая? Группа. Кстати, тоже очень хорошая группа, могут подходить. Я думаю, что мы устроим голосование на группу смерти и узнаем, кто на самом деле, на взгляд участников, тех, кто будет голосовать. Ну а таким образом мы закончили жеребьевку. Немного расскажу о том, как у нас будет проходить кубок. Нет, бокал не надо такой брать, его потом сложно мыть. Вот. Закончили жеребьевку, значит, по времени проведения игр и матчей, все видели расписание, значит, матчи группового этапа 1/16 до 1/4 финала пройдут в зале, называемая «Фабрика футбола», новый зал открываемый, станция метро «Международная», Софийская улица, дом 4. А полуфиналы и финал состоятся в зале Межвузовского студенческого городка, МСГ, так называемые, все знают, да, пройдут в этом зале. Значит, 20-го у нас марта финал, в 18 часов матч за третье место и в 19 часов финальный матч. Поэтому уже, в принципе, начинаем готовиться. Ну а жеребьевка 1/16 финала и предварительных стадий состоится после окончания группового этапа. Ксюша, ну что, сегодняшняя наша трансляция заканчивается, и в принципе группы все подведены, не подведены, известны, я бы так сказал. Что? Остается пожелать всем удачи, хорошего настроя и до выходных. Итак, ребята, до выходных. Встретимся в субботу. Всем спасибо. Пока. Ну а сейчас всех, кто присутствует здесь, приглашаем наверх выпить бокал шампанского за самые сильные группы, съесть виноград, виноградинку и немного конфет